между Тимберли и Йоль. Больше нет войны, так сказал знакомый тролль, друг моей жены. Он сказал, что в замке Клод рухнула стена, Жмурль раскаялся, и вот кончилась война. Он поведал, что король горлов и собак разгромил в долине Йоль стаи биобак и пленил троих отцов сумрачных земель. И теперь, в конце концов, мы вернемся в Йоль, потому что в плют и плят наступил покой. Урзлы больше не стоят на пути домой, и не нужно отдавать пурлам лишних жен и браслеты надевать, кто вооружен. Охранителям дорог даже по утрам можно снова есть чеснок в честь прекрасных дам. Сам Лигурий Грумельбах шапки из рогов объявил угох, и нах, больше нет врагов. И добавил глиний пал. И, оглядев полки, он вдруг заплакал и сказал: «Праздные сынки, так пусть рекою льется Эль в глотке храбрецов, ну а мы вернемся в Йоль, но в конце концов, и да взойдет звезда чернил, горькая, как сыр». Хорошо, что наступил долгожданный мир. Спасибо.